Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале «Все об отдыхе в Ейске», на канале нашей семейной гостиницы, которая называется «У Азовского моря» и находится в городе Ейске. А называется она так потому, что находится у самого синего моря, непосредственно у пляжа. И сегодня я хотел бы ответить на вопрос, который задают очень многие гости нашего курортного города, когда планируют поездку в город Ейск. А когда начинается туристический сезон в городе Ейске? Вопрос очень правильный, так как курорты Азовского моря очень сильно отличаются в этом смысле от курортов Черного моря. Почему? Без сомнения, вы все прекрасно понимаете, что любой курорт в первую очередь зависит от климата и от моря. Так как Азовское море прогревается гораздо раньше, чем Черное море, то и туристический сезон начинается у нас гораздо раньше, чем на побережье Черного моря. По большому счету, сезон начинается с 1 мая. Но, конечно, в этот момент море еще недостаточно прогрето, как правило. А вот если вы хотите приехать с семьей с детьми и уже иметь возможность сразу же по приезду нырнуть в воды нашего Азовского моря, то где-то с 1 июня можете смело приезжать. Да, вот так рано. В то время, когда на Черном море в начале июня, кто бывал там знает, море просто холодное, еще совершенно не прогрелось. А Азовское уже теплое. И чем дальше, к середине июня оно вообще становится теплющим, если не горячущим. Вот такие нюансы курортов Азовского моря, в частности, курортного города Ейска. Ну и раз уж я затеял разговор о периоде курортного сезона, туристического сезона, давайте я сразу отвечу на вопрос, когда заканчивается туристический сезон на Азовском море в городе Ейске. Если вы хотите застать море действительно теплым, комфортным, то это до конца сентября. У нас такая погода. А если погода хорошая, то и до конца октября. Да, вот так. Но здесь уже, конечно, зависит, чтобы не пошли длительные дожди. Все-таки какой-то рискованный период этот октябрь. Но сентябрь всегда теплая, прекрасная погода. Теплое море, классический бархатный сезон. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. А вас приглашаю в нашу семейную гостиницу у Азовского моря. У нас отличные номера, демократичные цены. Ссылка на сайт в описании. Приезжайте, будем рады вас принять. До встречи в Ейске!